Так, позицию занимай. Терема, я вообще риска. Куда тачку ставить? Наверное, правее. Вон туда в кусты сменившись. Ой. Все, готовься. Подожди, надо решить, где. Блин, я не могу Так, на кого. На кого? на нашу рацию переходи. На кого? Ну, смотри так, чтобы ты меня видел. Да, чтобы если меня тронули и подошли, ты его хотя бы снял. Вариантов нет. Вот этот дом. Захват начался. Вот только одно окно. Нормально. Это мега долго. Это всегда риск. А Да... как защитишь? Да не смогу я тебя защитить. Если они не идут, они вот по этим кустам и прибегут. Ну, если ты сразу не шёшь по льбу, то они как бы подойдут ко мне, и ты увидишь. Я тебе говорю, когда уже они подбегут тебя убивать, добивать, вот через про что говорю. Ну, в смысле добивать, потому что ты они тебя из кустов снимут, и я их не увижу до выстрела. Вот в чем я тебе про это говорю. Так что, ну я постараюсь за тебя отомстить, если что. Постарайся сделать так, чтобы я выжила. Ну, получила ранение, ну выжила. Жить-то хочется. Сыкотно. Уже стало сыкотно. Не бойся, Ну надо. хорошо, а с чего стреляли? Если пестик, то это близко. Если не пестик, то далековато. Нет, это был не пистолет точно. По звуку знаю, что это что-то Ну тогда такое. не... Ну, есть варик, что приближает. Короче, к тебе подполз и обратно заполз в кусты. Уже гранаты пошли. Сдавайся, я тебя в любом случае убью. Чё, гранаты закончились, да? В доме напротив меня засел. Прикинь, так на меня пытается вычикать. Блин, если сейчас все удачно сложится, я, может, даже в него и подраню, блин. У него по звуку либо Катиба, либо у него тоже этот зубр. Надеюсь, там живая. Блин, он сбежал, стоп.
Крыса, сдавайся, я тебя убью, все равно. Ты понимаешь, что я тебя все равно убью? Можешь ползать вокруг этого дома сколько угодно на карачках. Блин, ночь. Плохо, что ночь. Я не вижу ни хера. Сейчас немножко еще подожду и потом к машине попытаюсь тебя вывести. Вариантов ноль все равно. Пусть это, скорее всего, все. Не помочь, он такой мазило. Ты жизнь друга ценишь своего или нет? Естественно, да, ценю жизнь друга. Что дальше? Все, я выхожу. Без оружия, да. Руки поднять. Руки. Руки. Это ты ее смыслил? Мы с ней вдвоем. Одна лежит там у флага. Все. А есть еще, если это не ты ее смыслил, значит есть еще один. Ты в каком доме сидел? Разрушенном. Напротив флага. Всем города захватывают. Что значит зачем? Деньги нужны. Деньги нужны. Естественно, денег ноль вообще. Ну, это территория картеля. Что говоришь, мы сделали? Я не понял. Территория картеля. А. Ну мы не знали. Мы ничего не знаем пока еще про территории и так далее. Ты говоришь, у вас двое было, правильно я понял? Да. Хорошо. Ты про нее не забудь, хорошо? А то получится, я зря вообще-то. Пистолет у меня есть. Ё-моё. Звать тебя как? Парамид меня зовут. Города захватывал зачем? Для денег? Я ж тебе сказал. Денег нету вообще. Ну, создали организацию, и все, и деньги закончились. Не знаю, там 1000, 2 или 3, что-то такое. Что осталось. Картель может тебе помочь, а ты потом будешь помогать картелю. Не особо, честно. Не люблю помогать людям. Мы организацию-то создали, потому что там кое-какую движуху. Она мутит. Где она? Она живая вообще? В реанимации. Пистолет, рюкзак. Сейчас, погоди. Каста, ну все в порядке. Шо-шо? У вас все в порядке, говорю? Давай вези ее на базу. Бронит. Да. Сделку. А тебе сейчас дают 10 000 налом? Вы на картель не лезете.
в дела его не лезть. Три южных города на востоке наш. Три вот этих города? Да, ДП-22, ДП-23, ДП-25. К этим городам вы даже не заходите туда. Ну, можете заезжать, но... Ну, я понял, ты про захваты говоришь. Если есть какая-то полезная информация, буду благодарен. Надеюсь, мы друг друга поняли. Ты согласен? Да, без проблем. Что там? Привезли твою даму. День добрый. Привет. Вам брали расскажет расклад. Вам машину дать? В принципе, он подполз и обратно уполз. Я думал, он встанет, и я его сниму, а он обратно уполз, сволочь, в кусты. Он помер, блядь. Кто помер? Я все-таки убил кого-то, что ли? Ты хоть это хочешь сказать? Серьезно? Блин. Это что у меня... Как он расстроился, когда он узнал, что ты с пистолетом был? Бля, я в розыске. Ты как бы это... Постоянно гусь подай. Да скажи, что, блядь. На него и так вчера БМВ повесили угон. Он такой, за что? В смысле? Я ничего не крал. Давайте, блин. Давайте украдем, блин, до завтра будем принадлежать. А что, он сильно расстроился? Ты не расстраивайся, я так. Неплохо стреляю. Имя быстро, пароли. Так. Имена, пароли, явки. Слушай, ты знаешь поблизости красивое кладбище? Да. Да, оно рядом. Да, но мы оно... доехали только до ДП-23. А мы, слушай... А мы здесь были? ДП-24, ДП-25. Да, нам надо посетить очередное кладбище. Да я уже сказала его коллеге, что нам нужны трупы. А, трупы-то? Ну, трупы, да, нам будут необходимы. Я уверена, что мы будем еще с ними общаться. Трупы нам нужны.